все себе сдается или не сдается, мне плевать. Ваши войска атакованы. Здесь строим этих чувачков. В вашем распоряжении. Что это с постоянного строительства? Да, и наши войска потому что здесь куча вышек. Вышки в этой игре довольно-таки эффективно. Не то, что во многих других играх. У нас есть куча колонников. И мы ускоряем очень быстро. Так как вопрос только в скорости, во времени, которое мы все сделаем. Мы от этого нужны. Ваши здания атакованы. Здесь всем конец настанет скоро. Даже героям поможет. Противник уничтожен. И кого нам еще надо уничтожить, а? Ваши здания атакованы. Показывайте дорогу. Противник уничтожен. Почему победы нет? Я не понял. Ополчились. Идем. А, вот сюда, наверное. Куда-то надо сходить. Здесь вот видите, еще такие артефакты есть, но нам они не нужны. И там куча артефактов. О, куча артефактов. Я забыл. Да блин, только не победа. Вы не говорите, что сейчас будет победа. Вы победили. Нет, фиговые я артефакт взял, они все фиговые там были. Мы обнаружили мифриловую жилу. Что же это нам даст? Интересно. Не знаю, что нам качать. Волка, что ли, качать? Нет, все же харизму. Пока. Пока будем харизму качать и торговлю. Так как огранка у нас уже один левел есть. А торговля, она на все расы влияет. Убейте генерала в армии чумы. Но это все повторяющиеся задания. Да. Здесь у нас есть гоблин-торговец, который купит у нас все это дерьмо, которое мы натягали. 25. Это тоже 25. Бонусы посмотрим. Плюс 10 к защите нашего героя. Вот что дает нам. Вот видите, какие предметы есть. Они постоянные бонусы нам дают нашему герою. При этом они не вешаются никуда на героя. И направляемся в королевство чумы. Вот, можете почитать, мне надоело читать. И мы проходим осаду чумы. Варварам сложно, нежити очень сложно, феи очень сложно, империи тоже очень сложно. Но это легче, чем было добыть этот мифрил долбанный. Поэтому мы пройдем это.
империей. Так как империя, она мне нравится. Дожил-то пика развития, и ты не победим. Наша свита редеет. Похоже, лича нашего убили. Я не знаю, кого брать, если честно. Орла одного возьмем. И кучу крестьян, что ли. Так как я не вижу смысла брать мощных воинов. Если у вас получится снять осаду и уничтожить осаждающих, то мы наверняка найдем один из ключей к железной крепости. Замечательно. Это такая нам награда, артефакт, ключ к железной крепости и тому подобное. Что? Вот мы делаем здесь две сразу ратуши. Как дела? Также у нас есть союзник, комп, чума, это Ортантар. Рондан, герой чумы и вор. Почему же он вор? Что за навыки у вора? Стражник плюс 11. Повелитель чумы, магия вызова демонов, магия иллюзий. Хороший воин, в принципе. Вот он что-то себе призвал целую армию. Интересно. Как дела? Да, вот мы захватили начальные шахты. Что сразу делать? Же посылаем в железную шахту часть работы. Куда? А часть в каменную. Казалось бы, лучше бы в какую-то другую посылать. Но есть такой секрет, что нам нужно развиваться, чтобы получить рынок. А для этого нужно на войска и постройки. Железо и камень. В основном железо, а камень мы сами генерировать можем с помощью артефактов. Все. Замечательно. Так как мы повысили ловкость, теперь у нас еще быстрее будут преобразовываться здания. Делать? Также нам нужно кузницу построить, но это мы сделаем позже. Ну да. Хорошо. У нас есть орел, строитель воздушный. Сначала замечательно, мы переманили шахточку. Тут уже демоны строятся долго. Ненавижу демонов. Я иду. Надеюсь, нашего героя с одного удара тут не прикончат. Только надежда у меня на это и есть. Доступны новые постройки. Мы постоянно строительство ставим. Здесь же мы строим, ну, в первую очередь, пожалуй, вот это вот. Потом пусть строит вот это. Потом еще парочку вот этих штук. Да, вот герой ходит наш союзнический, но его вынесут, его очень быстро вынесут. Не понимаю, почему эти воины нежити. Кстати, он воин, ненавижу воинов. Он там себе хпшек понаколдовал, но по сути он только танк. Ну не дамагер. Ваши здания атакованы. Это значит, что он нам не угроза. Начинаем пир. У нас тоже хпшки есть, но у нас есть крутые артефакты, которые дают нам крутые бонусы. Это наше преимущество. Хорошо. Мы идем. Или же он только один? А, вот. Спавнер пауков. Тоже круто. Но комп на него не реагирует и зря. Очень-очень зря. Сейчас нафиг компа размочат нейтрал. А вот и я. Я иду. Идем. Я иду. Нужно спасти нашего союзника.
Вот зараза. Вот что значит помогать друзьям. Ваша база атакована. Замочите этого героя. Мочи его, мочи. Вот видите, наш герой еще и может качать с крутыми героями, воинами. Благодаря артефактам все, я так думаю. Хотя, возможно, он просто вундеркинд. Winter Hero. Чудесный герой. Ага, тут два этих спавнера долбанных паучьих. У нас будет много артефактов в этой битве. А значит, много денег после битвы. И возможно, что-то нормальное даже себе оставим. Просто все как нельзя лучше идет. 375. Хорошо. Ваша база атакована. Он долбанными вышками застраивается. Ненавижу. Вышки, они как бы дорогие. Мне этим они не нравятся. Надеюсь, наш герой не умрет. Яда. А вот и я. Гляньте, как исследование быстро завершено. Убывают его хитпоинты. Но у нас золото и так больше всего. Блин, ну что это такое? О, он в инвизе ходит, видите, невидимый герой. Это способность вора ходить в инвизе. Ваши здания атакованы. Что делать? Ну да. Только хорошо. Подумать, он а вот чуть не я поживился мной. Эти темы, они меня достали. Вот реально достали. 43. Вроде остановилось. Завершено. Убытие нашего здоровья. Но... же. А вот и я. Ну да, я знаю, да. Что вот и ты. И теперь пора, думаю, строить вот эту штучку. Или же апгрейдить крепость. Да, апгрейдим крепость. И построим эту штучку, конечно. А вот и я. С железом будут самые большие проблемы, так как артефактов, которые регенят железо, я не знаю. И способностей, которые его регенят, у меня нету. Камень хоть как-то, кольцом можно регенить. Золото вообще у нас регенится. А вот ремесленники меня разочаровали, то есть... Герой-ремесленник, он регенит ресурсы, но это не сильно-то помогает. Нужно много эту способность качать сильно. Играть определенной расы. Долбанная королева пауков здесь гуляет. Ненавижу её. Я тебя ненавижу, королева пауков. А вот и я. Что делать? Доступны новые постройки. Что? Ваша база атакована. Замечательно, что наш союзник хоть что-то отхватывает у противника. Исследование.